Добрый день, друзья! Мы находимся сейчас с вами рядом с торговой площадью. Сзади меня, смотрите, это Марк Анталия. Если от него мы спустимся вниз в сторону Калеичи, то мы попадем с вами на основную туристическую торговую улицу, естественно, которую обожают все наши туристы. Сейчас давайте мы с вами пройдемся по ней, посмотрим, какие магазинчики здесь есть. Друзья, мы находимся в районе Марк Анталия, и, соответственно, возникает вопрос у людей, которые без питания все включено в городском отеле. Где покушать? Ну вот где покушать. Вот рядышком есть такие вот магазинчики, ресторанчики, вот такая улица. Вот здесь можно зайти вам Катон, магазин большой, и Вайкики рядом де-факто. И вот здесь можно покушать. Ой, извините, я попадаю на полицейских. Они здесь тоже что-то приехали покушать, но, к сожалению, уже уезжают. А я сейчас подойду поближе и покажу вам цены. Как питание. Ой, сейчас, секундочку. Смотрите, какая прелесть. Какие у них габариты. Такие каски шикарные. Что-то, видать, не понравилось. Или, может быть, по времени не успевает. Ну, такая полиция ездит у них на мотоциклах. Так, ну что, приступим, посмотрим по кафешкам. Вот здесь у нас есть... Hello? Hello? Это у нас шаурма? Шаурма. Вот такие красавцы молодые. Стоят, понимаешь, в масках. Стоимость вот эти, это самое. Вот такие вот блюда. Я не знаю, как сказать по-русски, но вы можете увидеть, сколько это стоит. И цены. Готовятся быстро. Люди вот сидят, кушают. Вот они кушают, люди. У них вот так вот ходят. Видите, люди все в масках. Вот, да. Видите, кафе, ресторан. Можно подойти покушать. Все очень чистенько. Вы знаете, на каждом углу у них все это дезинфицируется. И все это обрабатывается. Ну, тут, соответственно, можно что? Посидеть на улице. Нет, тут курицы сидят на улице. Вот тут у нас что еще? Так, всякие разные тоже ресторанчики. Пойдемте быстренько вам покажу. Тоже в плане быстрой еды перекусочной. Тоже шаурма. Тоже шаурма. Кстати, у них шаурма очень вкусная, очень полезная, очень питательная. И, соответственно, как бы вот у них вот так вот она выглядит. Столики там можно зайти покушать. Там прохладненько, вот такой колоритный повар стоит. Вот такой вот мы ему машем рукой. Он не хочет нам махать рукой, наверное, занимается своими делами. Вообще, я ему помахала, конечно. Вот у нас тут кола, можно водичку взять. И дальше там у нас фонтанчик, можно посидеть, отдохнуть. Там есть мороженое. Вот видите, мороженое нарисовано. И просто-просто приятно провести время. Ну вот, друзья, двигаемся мы с вами от Марк Анталия вниз в сторону Калеичи через торговую улицу. Давайте посмотрим, что мы первым делом с вами видим. Большой LC Вайкики. Тут точно так же можно, как непосредственно в торговом центре, зайти и выбрать себе одежду. Напротив у нас ряд всяких кафешек. Там вот мороженки продаются, вкусняшечки. Здесь... Следующий после Вайкики идет де-факто. Тоже, смотрите, очень огромный. Здесь все вот эти вот магазины трех-четырехэтажные. Вот этот Искандер. В том году мы тут кушали, так как у нас были только завтраки. В принципе, нормально, неплохо кормят. Вот в эту кафешку тоже выбили, не заходили, не знаю. Как там кормят, но можно зайти. Следующий у нас тут тоже, вы смотрите, Коттон большой какой. Здесь можно посидеть, видите, это туристическая зона, очень много людей как. Здесь Lost of Love. Тут тоже выставлены рядами одежды, не знаю. По качеству сюда не заходили, ничего здесь не брали. Но смотрите, судя вот по ценам, 14,90 лир шорты, платья по 20 лир, есть штанишки по 40 лир,
Если хотите, конечно, заходите, смотрите. Дальше у нас народу много. Вечером здесь подсветка, очень красиво играет музыка. А это у нас тоже здесь магазин. Если спуститься, как мы говорим, да, в подвал, у них это минус первый этаж. Здесь можно всякое постельное белье купить. А так, если зайдете, можно прикупить всякую косметику. Потом у нас фло, обувь. Напротив вот это F-кур, не знаю, что там, не заходили. Цены цепят. Смотрите, там у нас получается продаются техника там продается. Техника. Ну, здесь вот прям как год назад мы ходили, столько много народу. Еще один магазин со всякой утварью. Кинцерлайн. Здесь золото. Здесь, насколько я слышала, вроде как хорошее золото продается. Сами не брали, не знаю. Ну вот, смотрите, сколько обилия. И серебра тоже очень-очень много. А здесь туба, наверное, да? Туба. А в тубу бы... Интересно, мама зашла, нет? Далее у нас там еще тоже вот лавочка. Здесь мороженка идет. Там кафешка, фонтан. Друзья, вот купили мороженое, которое уже тает. Вышли из тубы. Вкусно, вкусно. Покажите нашу девушку. Ну все, там. Пока-пока. Если кто-то будет здесь, не... Пока! Возьмите себе, потому что, ну, 5 лир, но очень вкусно. Пока-пока! Прямо вкуса-вкуса. Так, вот дальше вкусно. Мы идем. Друзья, здесь NBB. Женский магазин. Там, смотрите, купальники есть. Ну, это вы... Нет, только одни купальники-то и есть. Дальше, смотрите, у нас Collins. Всеми нам знакомый, любимый Collins. На той стороне, ну, всякие маленькие магазинчики такие. Можно зайти туда, посмотреть, какая одежда, какой выбор. Мы туда заходить не будем. Здесь у нас далее какой-то магазин их. Могу неправильно выговорить, даже не буду говорить. Тоже вот смотрите, он такой большой. Всякие скидки. Здесь есть тоже Mavi есть. А тут далее техника. Всякие и турецкая посуда тут, видать, есть. И велосипеды, смотрите, продают. Все. Вестер, турецкая фирма. Тут вот еще собачка бегает. Там тоже опять такие вот, как палаточные магазинчики всякими. Всякой одеждой, которая выставлена на улице. Вот как вот так вот примерно. Там у нас очки есть. Стеклолому девочки, да. Здесь у них этот гарантибанк. Здесь тоже очки. Любят здесь туристы ходить вот так вот по этой улице. Видите, здесь сколько много всяких. А здесь
какой-то маки джин, смотрите, даже по 5 лир есть, по 20 лир одежда, по 10 лир, вот так вот на вешалках висит, заходи, выбирай. Здесь всякие мороженки продают. Привет, привет. А только что поели мороженое, уже только что поели. Здесь вон какие тоже магазинчики и кафешки. Вот этот фонтан вечером красиво светится. У него, да, такая подсветка. Он, у него, мы вчера здесь проходили, у него, кажется, выше струи, да, были. Какой такой напор. А вот здесь вот с этой кафешки музыка вечером идет тоже на очень-очень громко. Вон там фула у нас. Как он в турецком варианте, такие музыка идет. Вот эти вот бублики, как они там правильно называются, тоже вкусненькие. Да. А помнишь, мы все в том году хотели попробовать вот в таком магазинчике, ну или как он, не магазинчик, а вот такая вот палаточка с смузи. А, смузи что-то попробовать. Да, все хотели вот так вот попробовать, но что-то все не решились тогда. Мини-ко, это детский магазин Мини-ко. А, и вот здесь вот тоже где-то детский магазин. Так, exchange у нас что сегодня у нас? 7,3 exchange, а там дальше больше будет, там будет на 5-ку выиграем. Здесь вот опять у нас фрукты, соки делают. Поэтому здесь можно в любом месте поменять доллары, евро. Либо, если вы просто приезжаете с картой, можно везде практически тут рассчитывать спокойно картой. Проблем вообще нет. Перевод потом можно как бы высчитать. Ну. Далее мы вот так вот перебегаем здесь светофор. Движемся дальше по этому. И вот у нас Moda Line, там магазинчик, смотрите. Тут у нас тоже опять золото. Они продают. Кругом золото. Здесь вот прям по этой улице никуда не надо на какие базары ездить. Здесь вот тебе на каждом углу базар. На каждом углу. Тут рядышком можно и шаурму вон поесть, зайти, и кофточку за 14 лир часы приобрести. Себе брендовые. Да. Это сладости. Да, это какие-то другие сладости. Какие-то, я и такие не знала. Здравствуйте. Кстати, мы, знаете, что заметили, что... А, вот в том году здесь, помнишь, вот сюда мы заходили, в этот магазин, нам здесь ничего не понравилось. Не понравилось, да. Там дальше по другой улице есть тоже бижутерия. Бижутерия, говорят, более качественная, мы там не были. Это вдоль Калеичи, вдоль, где вот Адриана ворота, там вот эта вот улица. И неправильно выговорю название, поэтому не буду. Поэтому... И вот смотрите, буквально мы с вами разговаривая, выходим уже к башне с часами, входу в Калеич. И посмотрите, как от Марк-Антали недалеко здесь идти. И да, вот что хотела сказать, что что-то они как-то плоховато стали понимать по-русски. Да? Отвыкли за 4 месяца. От турецкой, от русской. Апрель, май, июнь. И речи. Даже больше. Да. А в апреле же начинали ждать туристов с России. Ну вот, друзья. Да, даже наш ребенок уже знает башню с часами. Ну вот, прошлись с вами, друзья. До новых встреч. Смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.